Добрый вечер всем, кто зашел ко мне на канал. Извините, что так долго не было. Дела, очень много работы навалилось. Но пришел очередной день рождения. И как ни крути, нужно сделать подарок. Подарки я делаю всегда своими руками, поэтому и на этот раз буду делать своими руками. Значит, что я сегодня буду делать? Я выбрала лошадку, автором которой является Наталья Затинацкая. Надеюсь, я правильно сказала фамилию. Вот, она мне очень понравилась, поэтому я буду шить эту лошадку. Но выкройку в интернете я нашла вот такую вот. Потом сама уже переделывала, сделала такую, и в итоге остановилась, нарисовала, ну, вот такую вот лошадку. Вот такой вот высоты она у нас получится. Я потом скажу, какой высоты она у нас получится. Так, ну, вот как бы так вот она будет у нас выглядеть. Ну, что для этого нам нужно? Значит, само собой, выкройка. Вот это туловище, ножки, ручки, ушки и стопа, нижняя деталь к ножке. Значит, ткань у меня будет для лошадки. Основная это флис. Вот из этой ткани я выкрою внутреннюю часть ушка. Вот, и понадобится нам еще картон. Я беру вот такой вот с под кошачьего корма, он плотненький. Само собой, нитки по цвету, наперсток, иголки, булавки, вот, ножницы и карандаш. Итак, начнем. Итак, берем ткань. Значит, вот это у нас поперечная сторона, она очень тянется, поэтому нам нужна долевая. Вот здесь вот более или менее она вот поплотнее. Складываем ткань. Здесь нету лица изнанки, поэтому не важно, как сложили. Берем нашу выкройку. Туловище нам нужно будет две детальки. Так, сюда у нас ножка поместится. Значит, пользоваться ни ручкой, ни карандашом я не буду, потому что на флисе очень неудобно рисовать, поэтому просто закалываем булавочки. Упали очки. Так, вот, закалываем булавочки. Ножка нам нужна, 4 детали ножки. Так, туловище нам нужно будет 2 детальки. Скалываем, чтобы потом было, ну, удобнее вырезать. Значит, выкройку, как всегда, можно найти в интернете любой игрушки, которая вам приглянулась. Вот почему я выбрала лошадку, потому что ребенок у нас коллекционирует лошадок, она помешана на них, поэтому, ну, вот выбрала эту лошадку. Она получается такая забавная, но посмотрим, какая у меня она получится. Еще не знаю, но думаю, получится. Главное — желание. Так, закрепили. Значит, ушки из флиса 2 детальки. И 2 детальки вот из дополнительной ткани. Так, ручки 4 детали. Значит, из картона
мы вырезаем. Это стопа будет, диаметр. Вот, чтобы подходил вот к ножке. Это можно циркулем отмерить и нарисовать круг. Значит, две детальки вырезаем, даже четыре. Я двойной картон сделаю, чтобы попрочнее было. Четыре вот таких вот круга. Мы их между собой потом склеим, чтобы хорошо ножка стояла наша. Ну и куколка потом. Вот, таких нам 4 детали надо. А из флиса нам нужно сделать 2 детали, но сделать побольше. Потому что мы это загнем вовнутрь. Можно будет приклеить, а можно будет подшить. Так, скалываем на это. Значит, я буду шить вручную швом обметочным. Мне так показалось, с флисом так лучше вот работать. Таким швом легко и быстро получается. На машинке машинка моя не берет флис, поэтому так, ушко. Ушко это вырежем, потом выкроим с этой ткани. И так вырезаем. Стопу я вырезала вот здесь, вот, вот видите, она должна быть пошире, потому что это мы будем обтягивать картон. Значит, здесь я припуски, так как я буду шить обметочным швом, я где-то 2 миллиметра сделаю припуск. Если вы будете шить на машинке, тогда лучше, конечно, где-то 0,5 сантиметров, да, 5 миллиметров оставлять. Ну, а так как если обметочным, тогда лучше 2 миллиметрика. Это будет достаточно. Итак, повырезали мы все детальки. Значит, вот ручки должно быть у нас 4. Ну, 2 по 2 ну, слоя. Да, 4 детальки одинаковые. Ножки 4 детальки. Значит, стопа 2 детальки. И стопа 4 детальки из картона. Ушки. Одна сторона флис, 2 детальки. И вторая, ну, это можно розовенькая, любая другая ткань, какая у вас есть. У меня такая нашлась. И 2 детальки из другого цвета. Вот. 2 детальки туловища. Значит, что мы делаем? Можно для удобства все это сметать. Можно сколоть булавочками. Но вот, вот это вот место, где вот у меня булавочки вот так стоят, это место мы не зашиваем. Сюда мы будем наталкивать синтепон. Все остальное вот так вот, все это зашивается. Ножка то же самое. Низ не зашиваем. Здесь зашиваем и оставляем место для того, чтобы набить синтепон. Вот. Также на туловище. Вот примерно где-то здесь будет у нас хвостик. Здесь нужно маленькое отверстие оставить для хвостика потом будущего. Ну, где-то сантиметрик. Вот. И вот здесь вот на голове то же самое, где-то 1,5 сантиметра оставить для набивки тельца лошадки. Вот. А это можно либо сметать все для удобства, либо сколоть булавочками, как вам будет удобнее. Так, начнем шить. Ну, я начну, допустим, вот с лапок. Можно вот булавочку убрать. В этом месте мы будем сшивать. И ниточка двойная должна быть. И вот так вот через верх обметочным швом. Но чем мельче, тем меньше потом будет на лице виден ваш шовчик. Старайтесь как можно мельче делать стежочек. Если уже получилось у вас как бы там пошире там, или ну, не получилось, и с обратной стороны будет все это видно нитки, тогда второй раз нужно пройтись. Вот. Нужно, чтобы ниток как можно меньше было видно.
Вот, и сшиваем пока вот всю лошадку нашу. Итак, сшили мы все детальки вот нашей будущей лошадки. Кстати, лошадка это будет мальчиком. Вот, остались ножки. Значит, то бишь мы... конь. Конь. Маленький конь, да. Значит, теперь нам нужно вот эти вот две детальки между собой склеить. Греем клеевой пистолет. Ну, если нет пистолета клеевого, клей ПВА или любой другой клей, какой есть. И детальки вот эти вот, кстати, можно сшить мелким-мелким зигзагом, да, если есть машинка. Я просто привыкла шить вручную, все. Вот. Склеиваем. Итак, склеили мы две детальки. Теперь берем ткань вот для ног, которая у нас кусочек побольше мы выкроили. И нам нужно его стянуть. Закрепляем ниточку и через край не густыми стежками вот так вот прошиваем через верх. Вот, прошили мы, теперь нам нужно это все стянуть. Вставляем картонку. Разравниваем. И все это хорошенечко нужно затянуть. Так вот закрепляем, чтоб никуда она у нас не убежала. Сделали наши детальки. Вот две, все закрепили. Теперь нам нужно, значит, сделать такие вот отворотики одинаковые на обеих ножках. Лучше это, конечно, сметать для того, чтобы у вас было одинаково. Здесь сделаем просто наметку, потом ее вытащим. Сметали, и теперь нам нужно сметать вторую ножку, чтобы было одинаково у нас все. Примеряем, чтобы не была одна нога длиннее, другая короче. Будет наша лошадка хромая. Хромая лошадь. Так, сейчас примерим. Примеряем. Смотрим, чтобы было... ножки одинаковые. Вот. И такую же наметочку делаем. Подготовили мы наши две ножки. И теперь нам нужно пришить ступню. Так, ниточку берем двойную. Вставляем, выворачиваем нашу ножку будущую. Вставляем сюда наш шарик. В принципе, не обязательно полностью вставлять. И вот это вот нам нужно все соединить. Соединять мы будем потайным швом. Так, делаем закрепочку, чтобы узелка не было видно. Вот. Соединяем так вот. Где-то вот посерединке должно быть этого шарика. И начинаем
потайным швом пришивать. Все детальки мы прошили, теперь нужно их вывернуть на лицо и проверить швы, все ли у вас там в порядочке. Вот, и нужно будет их фаршировать, скажем так. Но для наполнять. Для начала сейчас мы займемся ушком. Ушко мы не выворачиваем. Сейчас мы отвернем, сделаем вот такой вот отворотик. Ну, это мы подогнем на изнаночную сторону тканюшку и сметаем иголочкой без узелка. Дальше расскажу, для чего это. Ну, иголочка без узелка для того, чтобы потом легко было ее вытащить. Нужно это сметать, это для удобства, чтобы потом удобненько было пришивать ушки к тельцу. Просто сметываем, наметочку делаем. Вот, чтобы не заморачиваться потом. Наметали ушко. Вот. Теперь его выворачиваем на лицевую сторону. Вывернули. И теперь нам нужно сделать форму уха. Берем, вот слаживаем вовнутрь. Складываем. Вот так вот. Загнули посерединке, и это нам нужно теперь закрепить. Аккуратненько, чтобы не было видно. Здесь уже с узелочком. Пару стежков сейчас сделаем. Разравниваем в серединке ткань хэбэшечку, вставочку внутреннее ушко, которое мы вставили. Вот. И можно тоже ее подшить, чтобы она потом в дальнейшем нам не мешала. Подшиваем с обеих сторон. Вот у нас должно вот такое вот получиться вот ушко. Это потом мы будем пришивать все потайным швом. Вот, видите, пальчик у меня делся. И теперь начнем наполнять нашу игрушечку нашу. Значит, смотрите, ножку я сделала, я вам говорила, что стопа должна быть вот одинаковая с ножкой здесь снизу. Я сделала первую ножку и наполнила наполнителем, и мне немножко не понравилось. Поэтому стопу я вот уменьшила на пару миллиметриков, вот, обрезала. Так она мне больше понравилась. Значит, начнем мы с ручек. Ручки я буду набивать неплотно. Значит, наполнителем может нам служить как синтепух, либо холофайбер. Вот, ну, у кого что есть. Вот они так вот выглядят. Этот с шариками какими-то. Вот я попробую вот этим наполнять. Значит, ручку мы наполняем неплотненько. Вот, она должна быть мягенькой такой. Ножки наполняем плотно, потому что они будут держать наше тельце куколки, и соответственно тело набиваем плотненько.
помогаем себе подручными средствами, кто карандашом, я вот ножницами, понемножку кладем наполнитель, чтобы удобно было его разравнивать. Ну и следим, чтобы не было целлюлита в тельце. Вот, набили мы все детальки. Уже начинает что-то вырисовываться. Вот тут я вот плотненько набила. Вот. Тельце. Ножки плотненько. И вот ручки. Вот видно оно. Они вот тоненькие. Потому что ручки не нужны нам толстые. Теперь мы проверяем, чтобы были все детальки одинаковые. По размерам. Если где-то нужно добавить синтепон, значит добавить синтепон. Вот, чтобы все было одинаково. И теперь нам нужно на этом этапе вот зашить наши все отверстия потайным швом. Кроме вот этого вот отверстия. Сюда будет вставляться хвостик. Это мы оставляем. Все остальное зашиваем. Здесь, допустим, до половинки зашили, посмотрели, может нужно добавить еще синтепон, и в маленькую дырочку можно еще дотолкать. Так, зашиваем все потайным швом. Ну, кто не умеет потайным швом зашивать, то можно просмотреть в интернете. Вот там все это есть. Это несложно. И научиться. Было бы желание. Да, в жизни это пригодится. Делаю я эту куколку тоже первый раз. Самое интересное, что ж оно получится. Очень интересно. Никогда не знаешь, что получится в следующий раз. И какая кукла получится. Но думаю, получится. Вот, зашиваем так, чтобы ниточек не было видно. Все зашили, подготовили. Теперь нам нужно это все будет собрать. Значит, что нам нужно будет на этом этапе? 4 пуговички у меня вот таких вот. Нитки я покупала вот на бобинке. Вот такие вот они очень прочные. Я просто не знаю, как они называются. Капроновая нить. Капроновая. Вот. Сантиметр. Ну, что-нибудь отметить. Точечки, где мы будем все это пришивать. Ушко мне показалось широким, поэтому я его загнула сильнее. Сейчас мы будем намечать, куда будем пришивать ушко. Значит, ну вот примерно вот так вот должно это выглядеть. Вот. Сейчас мы это отметим, чтобы было одинаково. Так. Так. Ну вот, просто линию сделать, чтобы удобно было пришивать. И можно пришить. Сейчас я точечки себе поставлю на всякий случай. Их потом не будет видно. Беру булавочки. И начнем шить. Потайным швом пришивается все, чтобы, ну, аккуратненько было, ничего не видно было. Делаем закрепочку. И начинаем пришивать. Работа тонкая. Пришили вот ушки. Теперь нам можно снять наметочку, которую мы наметывали. Все это убираем. Нам уже больше не понадобится.
Ушки есть, теперь займемся ручками, скажем так. Ручками-то у лошади не назовешь, но будут ручки. Ну, она же сказочная лошадка, значит, у нее ручки. Будет ручки. Она же у нас не скачет, а стоит. Так. Ну, где-то намечаем точечку, куда мы будем пришивать пуговичку. Так. Нам надо одинаково сделать это. Примерно. Ну, где-то так. Так, примерить на лошадке. Как это будет выглядеть? Выглядеть будет вот так вот. Так, в этом месте тоже наметим точечку. Ее не будет видно. Так, здесь намечаем точечку. Берем нитку вдвое. Вот такую, чтобы вам удобнее было. Так. Она крутится. Поэтому здесь надо сделать закрепку, чтобы не проскользнуло. У вас, ну, не проскользнул ваш узелочек. Изначально делаем закрепочку. Ой, нитки эти. Конечно. Так, сделали. Так, теперь... Это, наверное, самый тяжелый момент пришивания ручек, ножек. Так. Ну, иголка желательно подлиннее должна быть. Смотрим одинаково. Конечно, когда иголка подлиннее, оно будет удобнее. У меня просто самая длинная иголка, она толстоватая. Не хочется, чтобы дырки оставались большие в ткани. Ничего, лошадка небольшая. Мы с такой иголкой справимся, с обычной цыганской. Вот, вот уже вырисовываются у нас ручки. Без копыт. Вот. Уже интересно. Прошили. Ну, как почувствуете, что уже нормально, хорошо держатся ручки. Несколько. Ну, раза три. 4. И можно закрепить. Но тут закреплять надо эту нитку хорошо, потому что она... Узелок тут просто не завяжешь, он развяжется. Поэтому нитку нужно будет сделать пару узелков, а потом спрятать в тельце.
И прячем. Можно даже. Все, отрезаем. Да ёлки. Все, ручки наши готовы. Теперь займемся ножками. Примерим ножки. Где будет примерно так. И вот здесь вот. Ну, на второй надо, вернее, померить лучше. Так. 9. Смотрим. Так. Так, от шва. Вот. Просто приблизительно померить, чтобы знать. Вот. И опять сюда по длине нитку заправляем. И сейчас будем пришивать ножки. Так, чтобы было одинаково, вот я проткнула иголкой. И наметим, куда мы будем иголочки вставлять. Так, вынимаем. Потому что ножки потолще тут. Так, и здесь. Иголка, конечно, у меня коротковатая, но не нашла. Это очень длинная, классная, конечно, но она толстая. Будет дырка большая. Ну, попробуем сейчас. Так, опять-таки сделаем сейчас закрепочку. Берем пуговичку. Так, вот намеченная линия. И теперь будем пробовать вылезти в обратную сторону. Да. О, попало. Коротковатая иголка. Ну, не беда. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Протыкаем вторую. Ой, у нас лошадка уже почти получилась. Если долго мучиться, то придется долго мучиться. То получится, все получится. Так, где наша? О. Уже почти стоит. Сейчас мы тут отсюда тянем. Бегемотик похож. Нет. Да я шучу. Кузатенький. Так.
Пришили наши ножки. И также делаем несколько раз узелки. Вот. И заводим. У нас как раз здесь хвостик не зашито, отверстие. И здесь вот мы можем прямо вот пару стежков сделать в синтепоне самом. И нитка уже никуда не денется. Все, отрезаем. Ты прям как в Айболите. Ножки пришиваешь, ручки. Да. Так, сейчас. Во. И у нас вот получилась хорошо устойчивая лошадка. Вот. Ну, на этом видео мы закончим. В следующем видео я покажу, как я буду делать лицо, мордашку, гриву, хвостик. Ну и придумаем костюмчик, чтобы наша лошадка не была голенькой. Так что, кому интересно, заходим на мой канал, смотрим следующее видео. Вообще, это занятие очень забавное, увлекательное и интересное. Вот. И конечный результат. Да, и конечный результат очень интересен. Вот как бы казалось бы, и получилось уже даже без глаз, уже очень интересная лошадка. Пока-пока.